День добрый всем, с вами я, Макс, и я продолжаю страдать This War of Mine. 26-й день. У меня остался только один Борис. Он уже две ночи один. Все пока не очень весело. Он все никак не может выйти из депрессии, хотя смерть Марка его как раз из депрессии вывела. И смерть Брун, точнее смерть Бруна. Сейчас пусть он, наверное, поест и пойдет поспит. Больше здесь все равно делать нечего. Хотя нет. Попробуем воду сделать. Ага, нужна еще эта штука. Жестко. Все равно фильтр нужен. Ну такое себе. Ладно, пусть идет спать тогда. Хотя нет, нет, нет. Пусть сделает снеговика. Блин, чувак, в любой за это ачивку дадут, вот какой в этом смысл. Какой-то нарик пришел. Сейчас, чувак, подожди, я тебя снаружи открою. Вместе нам будет легче, можно мне остаться? Спасибо, что открыли дверь, я ищу место, чтобы спрятаться на некоторое время. Меня мобилизовали повстанцы, но я не хотел убивать своих братьев, поэтому сбежал. Если меня поймают, я труп. Разрешите остаться с вами. Так, ну чувак. Давай посмотрим, кто ты такой. Раненый, тренированный боец. Уставший. Поболтаем. Через дверь. Очень интересно. Так. Ладно, чуваки, давайте спать тогда. Так, боец будет нас охранять, Борис пойдет добывать. Только теперь он пойдет в супермаркет. Пусть хотя бы ножик у него будет. Thank you.
соберем все, что только можно. Наверное, опять будет в депрессию, уйдет и... Можно, конечно, ее тоже сбить, но не буду. Да. Не прикасаться к боеприпасам, взорвавшимся. Борис, я не виноват, что дают одно оружие. Почти все выбрал, как здесь вместе вниз. Успею хоть еще немножко. Успею.
завал не успею разобрать. Так, мне не нужно. Так. Это ладно, я оставлю тогда. Все, к выходу. Может, успеем? Так, Борис, надеюсь, ты снова в ступор не впадешь из-за того, что спас девушку. А ножик — это вообще тема. Вообще. Он прям сильно устал. Слегка болен, устал, голоден. Так, что мы можем сделать? 14 нужно. Еще 6. Может, придет кто-нибудь? Сейчас немножко зажгу. Так, раз слегка болен, значит, надо сделать таблеточку. Ой, это опять соседи пришли, может, что-нибудь принесли? Что, пожалуйста, имейте сострадание. Здравствуйте, снова мы. Военно усилили обстрел нашего района, и мы решили, что необходимо укрепить наше импровизированное убежище в подвале. У нас есть нужный материал, но нам нужны дополнительные руки. Может быть, вы могли бы нам помочь? Ладно, пусть идет.
Так, Борис, что тебе делать? Ну, не знаю, иди покушай, что ли. О! Это что такое? Давай-ка. Спиртик выпей, наверное. Я правильно понимаю, что это спирт? Пьян. Ха. Норм. Блин, чувак, тебя кушать надо. Давай, иди в кровать. Ладно, тогда закончим день. О, фига себе, он отдохнул. Голоден, пьян. Спать в кровати. Что еще делать? Ночь прошла спокойно. Роман помог нашим соседям укрепить их жилище и целостно вернулся домой. Борис начинает заболевать. Роман получил несколько серьезных... Так. Похмелье, печален. Так, тяжело ранен. Давай-ка, наверное, Роман, сбегай-ка за повязочкой. Если сможешь добежать, а потом ложись спать. Как там Роман-то? Вот он здесь. Так, Борис, а ты, наверное, давай доделай снеговика, чего ж там. Это очень важная задача. Так, покушал, давай-ка спать. Дадут доделать. Так, мне у него нужны материалы. Я их буду менять на патроны. Так, дерево. Чё? Патроны, хрен бы с ним, я сделаю новые. А вот все остальное.
Он ушел в воду. Так, что у него можно еще забрать? Этих деталей тьма. А воды смогу добавить? Смогу. Не дерево нужно. Тоже. У меня просто пистолет есть, поэтому... Не, чувак, все, хватит. Не, чувак, спи. Так, а мы пойдем улучшим, наверное. Только сначала сделаем градусник. Улучшим печку, то болеть будем. Так. Что-то теплее не становится. Лучше-то улучшило, а теплее не становится. Стало. Так, а что мне здесь остановилось-то, интересно? Еды мне хватает просто за глаза.
Даже на двоих. Поэтому, наверное, травок сделаю. А, я, по-моему, отмычки начал делать. Да, отмычки. Сделаем еще одну. Самогон аппарат нужно поставить. У меня ж сахар тьма. Чего не хватает, понятно. Пусть делает снеговика. Борис, естественно, пойдет добывать. Только вот огромное количество оружия в супермаркете. Старый город, я там не помню нифига. Ножик возьму. Может быть, что-то интересное будет. Так, наверх попасть не могу. Так, ладно, пойдем наверх. Еще вернулся. Ножовку надо будет еще одну сделать, ну, просто чтобы была. Свежие объедки признак того, что здесь до сих пор кто-то живет. Ну, скорее всего, уже не будет жить. Разбегаются.
Так, выложим, наверное. Просто выложим, чтобы было что по дому собирать. Роберт, мой дорогой брат, когда ты это прочитаешь, мы уже будем далеко. Я знаю, насколько тебе дорог этот дом, но мы не можем жить так дальше. Снайперы, бандиты, теперь еще этот взрыв. Я не могу убедить тебя уйти, но ты должен понять. Я должна заботиться о своей девочке. Я оставил тебе кое-какие припасы в коробке под мойкой. Также под лестницей спрятал документы. Если ты решишь присоединиться к нам, они помогут тебе покинуть город. Береги себя, Надя. О, под мойкой, отлично. Кажется, он быстрее копает, чем кто-либо. Блин, он до сих пор еще в похмелье. Он уже несколько дней как отходит. Вроде крупный мужик, а толку. Успеть все забрать. Давай, давай. Слава богу, он по мне не попал. Он интересно стрелял. Так, время подтикивает. Во-о-о-о. Так, что не нужно, что не нужно? Черт, все нужно. Ладно, бежим к выходу. Обязательно сюда потом приду. В следующий раз. Много чего еще вынести нужно. Поэтому Борис сейчас будет отдыхать. Так, что там? Кто-то пытался ограбить нас, это была банда опытных грабителей, но мы смогли отогнать их. К счастью, мы все были вооружены. Никто из нас не был ранен, а грабителям не удалось ничего нести, мы способны защитить себя. 3 патрона потратили. Так, где Роман?
наверное. Так, сколько у нас там вещей? Сигарет в день 6. У нас только один стол. Нам очень не хватает книг. Заделали все проломы в стенах, даже если нас застанут спящим, мы сможем отбиться от больших банд мародеров. Хорошо. Я думаю... Завершим день. Так, Роман, наверное, пусть все еще сидит, а Борис будет добывать, и он опять, наверное, пойдет. Старый город. Возьмет с собой ножик. Больше ничего не нужно. Чувак, ты сам напросился. Надеюсь, Борис опять не уйдет в эти свои. Чё сел-то? Снайпер. Так, ладно, значит, пойдем наверх. Здесь у нас припрятано много чего. Даже не так. Попробуем. Вроде не попал. Сюда надо будет еще третий раз прийти. Сигареты.
в воду. Так, пойдем сходим вниз. Так, нам нужна, получается, будет... отмычка. Хорошо. Ладно, бежим к выходу. Борис у нас легко ранен. Значит, снайпер, наверное, все-таки попал в него, либо это его этот бомж ранил. Таблеточки. Ладно, тогда просто иди спать. Так, ну что, мы тебе, наверное, много чего возьмем. Слово совсем не нужно. Хотя... Блин, Роман какой-то синюшный весь, просто пипец. Еще кушать хочет, бедняжка. Мне надо улучшение двери поставить. Хорошо, пойдем сделаем патроны. Ага, патроны. Дорого. Ладно, пойдем покушаешь. Пойдем.
пойдем торганем. Так, даром тогда. Нужно дверь сделать. Давай, Роман. Ты должен успеть. Запилить дверь. Тогда посмотрим, что у тебя еще есть. Я думаю, все. Ладно, неинтересно. Нужно самогонный аппарат сделать, еще поставить. Давай, Роман, быстрее. Ладно, я думаю, на этом стоит все. На сегодня.